Во-первых, я вам советую прочитать, на мой взгляд, замечательную книгу. Вот лично вам хотите, могу даже прислать. Просто вот в уху, если дадите адрес. Книга Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Вот. Мне кажется, то, что вообще в принципе происходит отчасти сейчас у нас в стране, связано с вот в том числе нарушением каких-то базовых экономических концепций и законов жизни. Вот смотрите, мне кажется так, что музыкант, он должен хорошо играть. Да? И, собственно, требовать от моего замечательного друга, господина Спивакова, чтобы он занимался, не знаю, сельским хозяйством, было бы странно, потому что он гениальный музыкант. Журналист должен делать хорошие расследования. В частности, расследования, касающиеся власти, коррупции, например. Бизнесмен должен зарабатывать деньги. Бизнесмен не должен думать о том, где маме с ее прекрасным ребенком почитать книжку. Хотя это замечательное дело. И о семье бизнесмен не должен думать. Потому что функция бизнесмена – сделать вот такой красивый торговый центр и зарабатывать деньги, а купить то, что он вложил и чем он рискнул. А вот функция как раз власти – заботиться о гражданах своей страны и делать такие бесплатные центры. Поэтому, если вы депутат, у меня вопрос к вам. Почему в Уфе у вас нету замечательных бесплатных мест, ни ресторанов, ни магазинов, куда мама придет со своим ребеночком почитать книжку?